Приветствую вас, история автора вопроса про то, что она встречалась с мужчиной, вот, у которого непростая история отношений, его изменила жена, он не верит ни одной женщине, вот, значит, семью построить не сможет, по его словам, вот, сказал об этом автор вопроса сразу, но потом отношения завертелись, вот как? Это отношения завертелись, в данном случае не очень понятно, что значит завертелись, да. Но вот он помогал, приезжал и финансово, и морально, и по дому, да. То есть чем-то вам нужна была моральная помощь, чем-то вам просто нужна была помощь. Вот, как-то вот здесь у вас, наверное, некий дисбаланс. Далее вы пишете, что решили съездить на неделю в Москву, ну вот, и после этого как бы он изменился, да? Вот, что здесь может быть? Почему такая ненависть? Ну, совершенно очевидно, что инпринт с женой, то есть незабытая история с женой, незавершенный гештальт с женой. Вот, второе — это страх того, что вы можете действительно его бросить. Третье — это нежелание брать ответственность какую-то серьезную и, соответственно, повод для того, чтобы от вас отдалиться, потому что, вероятно, появились к вам чувства. Вот. А другой вопрос вашей боли, да, то, что ваша боль — это не совсем про мужчину, это не совсем про любовь к нему, это про ваши потребности, это про ваши внутренние конфликты, и, соответственно, нужно разбираться в первую очередь с ними, с этой болью, помочь вам прожить ее, помочь вам ее структурировать и помочь как-то больше все-таки опираться на себя и устраивать более конструктивные, здоровые отношения, а не те, которые у вас получились сейчас. Вот, хотите вы этого или нет, решать вам, вот, я думаю так. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.